Итак, Сергей Владимирович. Да. Вам слово. Магистр социологии, выпускающий редактор редакции научных журналов научно-исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарёва. С выступлением применения методологии французской школы социально-экономической истории краеведению на примере истории города Саранска. Я удивляюсь вас, это для меня большая аудитория, потому что мне приходилось читать лекции для одного, даже очень много. Школа социально-экономической истории или школа ОНАВ. Эта школа возникла в 1929 году во Франции с созданием журнала, который по-французски называется «Annales d'histoire économique et sociale», «Аналы экономической и социальной истории», который был основан историками Люсьеном Февром и Марком Волком. Издание продолжается до сего момента. Особенность этой школы заключалась в том, что она являлась вызовом господствующей школе институциональной истории, ярким представителем которого был официальный историограф Пруссии Леопольд фон Рау. 19 век. Кто не слышал фамилию фон Ранке? Да, замечательно. Да, да. Потому что фон Ранке – это ваш герой. То есть вот вы все историки работаете в стиле фон Ранке. То есть фон Ранке, он изложил о том, что история – это история учреждений, например, государства, университетов, церкви, предприятий и выдающихся деятелей. То есть тех людей, кто находится в этой главе. Вот. Поэтому я следую методологии школы аналов, это другая методология, поэтому не надо меня выслушать и сразу же забудьте то, что я сказал. Это не принесет вам счастья, у вас не будет, ни степеней это вам не принесет, то есть мало что, будет такой же, как и я, который там три раза в год болтается из Саранска в Омск, где он уже сидит. На поезде болтаюсь. Нигде не побываете, кроме как в Париже, Лондоне, Берлине, Варшаве, Риме и других мелких городах закрывают. И о вас не напишут в энциклопедии в Мордове. Про меня написали только в английской Википедии. Больше в России про меня практически никто не знает. Но про меня большая часть упоминания на английском и итальянском языке. Вот. Итак, эта школа, то есть она вместо, то есть кроме, то есть наряду, то есть она не противоречит школе, нарративной истории, она добавляет. То есть мы к тому, что к учреждению институтов, мы добавляем, как к этому относятся обычные люди. То есть история аналов – это история обычных людей, их реакции. Почему это социально-экономическое? Что через социально-экономические аспекты, вот историки школы аналов, они выходят по понятию как ментальность, менталитет. Французское слово, то есть это как бы у каждого человека есть определенные ценностные установки, взгляды, симпатии, антипатии. И вот историки изучают через различные экономические аспекты вот эти вот и тут понятия ментальности. То есть, например, для того, чтобы мы научились что-то воспринимать из книг, чтобы мы ценности могли вычитывать в книгах, книга должна быть доступна. То есть сначала книга доступна в библиотеке, поэтому Саранск там 100 лет назад организовал библиотеки, когда обычной интеллигенции книги пока мало доступны, они слишком дорогие. Потом эта книга приходит к нам в дом, она дешевле. Потом эта книга уходит из дома, потому что мы крестьяне. И для нас книги пока что баловство. Часто бывает там второй-третий парень, у нас это библиотека, а наш человек баловство, он там выбрасывает его в гараж там, или на дачу. Достаточно вот. Да. То есть понимаете, да? То есть, что большая часть, и таким образом мы, историки школы АНАФ, изучаем историю образования, историю культурных учреждений и так далее. Вот, то есть, допустим, обычных историков интересуют великие люди, то есть, например, их интересуют, поэтому флагманом краеведения Саранска является научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Они издали великолепные энциклопедии. Великолепный справочник, кто в Саранске конца 90-х годов, потом на этой основе у них великолепная энциклопедия Мордовии, там история революции, история войн, вот что их интересует.
Меня интересует история обычных людей. Я вам покажу, вот я издал этот дневник его однокурсника Букина «Время рыжих». То есть это его дневник за 89-94 год. Посмотрите, потом не вернется. То есть это история обыкновенного человека. Вот. Приехал с Темникова, поступил в университет, и он интроверт. То есть его интересует его внутренний мир. И он написал, что происходит. Он записывает, что происходит на лекции, что говорит преподаватель. Он заходит в магазин, он запоминает диалоги в магазине, это все записывает. То есть, и так далее. То есть он идет на Советскую площадь и написывает то, что он там видит. Но он видит там вот, революция, которая совершается, там, люди стоят с лунки, он все это описывает. Он потом идет в магазин, он слышит, о чем люди говорят в очереди за хлебом, и так далее. Вот это история обычного человека. То есть вот это такой. То есть на виду к истории великих деятелей, то есть история его вот, биографии, которая находится в разгаде Мордовии, мы добавляем биографию различных людей. И вот еще вот как бы из этой серии мы, историки школы аналов, они, значит, используют, то есть, например, история 90-х годов, история демографической реформы Мордовии, она описана на основе документов, написана в диссертации Жанны Каниченко, которая доведена до монографии соавторства с Юрченковым. Там они просто вот просматривают документы различных вот. Это хорошо, то есть я это прочитал, это очень чуть-чуть не уснул со скуки от этого всего, потому что это книги, они очень хорошие, чтобы держать их в какой-то корпоративной библиотеке. То есть я даже в личную библиотеку эту книгу не взял, потому что неимоверная скукота. Вот. Что интересует обычного читателя, жизнь обычного человека, я вот, значит, занимаюсь изданием фотоархива фотокорреспондента Кимара. То есть здесь у вас была его выставка художественных фотографий, но меня художественные фотографии мало интересуют. То есть они, да, эффектно, вот народ это интересует, меня интересует, я из них вытаскиваю историческую информацию. Поэтому я вот в этой книге я делю эти фотографии на темы и мемы. То есть мем — это единица истории, важнейшая как бы культурная информация. То есть, например, мем является дорогой к храму. Вот. И, значит, я вот нахожу эту фотографию, назовем «Дорога к храму», и вот я ее сюда вставлю. То есть, потому что мем «Дорога к храму», она существует вот именно вот там духовность, пионерлагерь, покушение, общественный транспорт. Вот. То есть вот это пример, то есть, где для историков школы аналов вот эта методология. Они издают фотоархивы корреспондентов, так как корреспондент выполняет задание редакции, что все, что он фотографирует в общественных местах, это можно свободно публиковать с точки зрения гражданского кодекса, потому что это общественное. И, соответственно, что я потом, значит, эти все фотографии, то есть я их там просматриваю многие лет, на компьютере увеличиваю их безобразие и рассматриваю, во что люди одеты. То есть я там восстанавливаю, как зовут того или иного человека, во что он одет. То есть где могла быть куплена его вот одежда, какая у него обувь и так далее. И исходя из этого мы вытаскиваем огромное количество социальной и экономической информации из фотографий. Я тут похож на Лану. И значит, вы все там увидите, мы живем во время постмодерна, когда все тексты уже написаны, все речи уже сказаны. Поэтому я, значит, завершаю. То есть вот, чтобы нам еще дополнительно к тому, что издано, что издал не ГН, вот, историко-социологический институт, который отличается тоже, вот, у него есть журнал, у него есть книжки, вот он отличается от НИИГН, что он не любит указатели. То есть это вообще, чтобы историкам, которые издают книги без указателей, чтобы вам каждую ночь вот эти книги снились. И под лозунгом «Деньги съедены, а позор остался». То есть, если вы написали книгу историческую, то есть обязательно снабжайте указатель. Потому что потому сколько вы фамилии там в конце употребляете, мы судим, что вы за историки и так далее. Поэтому вот потом в конце, то есть это эскиз вот этой книги, то есть это только эскиз. Потом я в конце, когда я распознаю все фамилии, я туда их в конец в указатель все их выдачу. Тогда люди увидят, кто там опубликован, какой у нас охват и так далее. Тогда это потом школа. То есть дополнительно к тому, что уже издали КВН, они издали достаточно много. НИИГН издал энциклопедии, издал сборники документов, издал монографии. Все читать очень скучно, но это нужно, это типа как горькое лекарство. То есть это должно храниться в библиотеке, где оно хранится. Дополнительно к этому мы изучаем историю ментальности, то есть историю, как люди это все воспринимают. То есть, вот привожу пример. Вот у нас
в истории, значит, культурных учреждений, которые издал ЕГЭ несколько лет назад. Там прекрасная статья, концы которой мы видим в энциклопедии «Морозов» про историю, например, драмтеатр в Саранске. И там вообще все классно. Там эпоха Корольков 80-х годов, когда, значит, в Саранском драмтеатре дохли мухи от скуки, там у них, значит, все классно. Королько там такое ставит и прочее. Да, совершенно верно, с точки зрения культурных учреждений все хорошо. У него там актеры новые приезжают и так далее. Но если мы смотрим газеты, а газеты это вот школа аналов, то есть мы читаем письма читателей газет, и вот, они пишут, что театр скучен, постановки скучны, вообще ни о чем, там людей нет и так далее. Это вот мы как бы добавляем, что да, вот культурное учреждение может существовать очень хорошо по своим отчетам, там люди, работают хорошие люди, получают достойную зарплату, я за них очень рад. Но должна быть еще реакция того, на кого это рассчитано. А вот эту реакцию ее как раз берут источники школы АНАФ. Итак, значит, поэтому внимательно спасибо, что вы меня это выслушали. Ну, еще сказать, что для того, чтобы вам заняться школой АНАФ, лучше не пытайтесь, потому что сейчас мы как бы находимся в обстоятельствах, которые никогда в Саранске не было. Когда я 30 лет назад ездил, был первым студентом университета, которого послали в Хельсинки стажироваться, да, я там впервые увидел нормальную библиотеку. То есть нормальная библиотека историческая, самая близкая к Саранску, была до Хельсинки. То есть там приходишь в библиотеку, и там все исторические журналы мира собраны. Сейчас мы эти все исторические журналы мира берем прямо из Саранска. То есть из библиотеки Магнитского университета мы там через подписку и через взлом, значит, мы берем вообще все журналы. То есть фактически сейчас мы в Саранске, мы читаем все мировые журналы. То есть, вот, поэтому сейчас мы для того, чтобы заняться школой аналов, мы просто должны прочитать все эти статьи с 29-го года и оттуда уже самим извлечь методологию. Ни в коем случае там не читайте советских учебников, потому что советские историки, они только критиковали эту школу. И поэтому наши историки боялись туда, как бы боялись следовать ментальности. То есть она ограничивается. Вот у нас в Саранске отличная школа экономической истории, гуманистской натуры. Вот. Естественно, что школа экономической истории, они называют обтелеты. Потому что самая безопасная сфера. То есть, пиши, сколько там кирпичей произвел завод в 19 веке, сколько там самогона выгнал помещик Огарев, и все у тебя будет классно. То есть у тебя будут там все вот мыслимые и немыслимые регалии, там надбавки к зарплате и так далее. Вот. А мы работаем для читателей. Большое спасибо. До свидания. Идея моя взялась для этого выступления. Анализ деятельности музея в этом направлении с 2015 года. То есть именно с этого периода реализуется в нашем музее культурно-просветительский проект «Семейные выходные», но в том или ином формате. Ну, во-первых, культурно-просветительская деятельность музеев – это одна из функций музея, которая также подразделяется на развлекательную и образовательную функцию. И я очень прошу запомнить вот этот слайд, потому что через некоторые мгновения мы к нему вернемся, и я объясню, почему и как, и зачем это будет сделано. Итак, проведя исследование в 2018 году, исследование аудитории, тоже это статья в кривических записках и выступлении 2018 год, мы видим с вами, что в музей приходят чаще всего женщины, чаще всего с семьей. Это наша основная аудитория музейная. На данный момент мало что изменилось по таким визуальным наблюдениям, по опросам, по комментариям в соцсетях и по посещению. Семейная аудитория основная. Это подтолкнуло как раз к тому, чтобы систематизировать такие точечные мероприятия в рамках семейной программы и сделать это большим проектом. Первая попытка такого большого проекта, 2018 год, как раз после исследования, семейный абонемент. Здесь было продумано или как-то было предложено нашим посетителям покупать сразу абонемент на несколько занятий на сезон 2018-2019 года. Стоимость одного занятия составляла 500 рублей заявленной, а при покупке сразу цикл занятий, там 2800 рублей, там как выгода была, и в этих 500 рублей входила стоимость посещения семьей, потому что он семейный абонемент, а двое взрослых, один ребенок, или двое детей, один взрослый.
были заявлены вот такие следующие темы, и из всего этого не получилось циклового такого абонемента. Никто из посетителей музея не купил мероприятие на весь цикл абонементов. При этом была такая акция, мы на ночь музея, на ночь искусства разыгрывали эти билеты, то есть предлагали семьям, ну такой пиар-ход, чтобы они, даже те, кто выиграли эти билеты, они в музей. К сожалению, не вернулись. То есть они положили к себе эти семейные абонементы и благополучно. Может быть, они потом приходили в качестве разовых мероприятий, потому что на все эти абонементы люди покупали занятия только разово. То есть никак, цикл из этого не получилось. Зато в это же время, вот как я уже сказала, начиная с 2015 года, успешно реализуется в музее, реализовывался и продолжает каникулы в музее. Тоже, когда я готовилась к этому выступлению, даже эволюция тем, эволюция афиш, она видна и в афишах, эволюции, в общем, этого проекта. Я вот даже знаю, кто какие афиши делал и как они выглядели, и какие темы заявлены. И вот 2020 год — это такой пик развития таких вот досуговых мероприятий, и тогда мы разделились на умные каникулы и творческие каникулы, а не просто серии мастер-классов. И вот зима 2020 года это были куплены на все мероприятия этого цикла, и на умные, и на творческие каникулы, и было заявлено, и вот тогда как раз покупали на все сразу, то есть каникулы, они были полностью заняты. Весенние каникулы тоже начинались покупаться, но посмотрите здесь, начинали покупать, 24 марта, 25 марта, 26 марта 2020 года, 27 марта 2020 года работа наша остановилась, просто в прямом смысле во всех его начинаний. И вот этот проект, то есть семейные выходные в музее, он не получил развития как такового, а вот семейный абонемент, вернее, вот так будем, семейный абонемент, рассчитанный на семейную аудиторию, не получил развития, а каникулы пришлось свернуть в связи с коронавирусом. В июле 2020 года было разрешено посещать музей небольшими группами, и именно тогда было рекомендовано организовать цикл или серии мастер-классов для семейной аудитории. То есть мы не могли принимать классами, мы не могли принимать большими группами, мы не могли проводить большие экскурсионные программы, но могли работать в рамках вот небольшой аудитории до 10 человек как раз вот для семейной аудитории. Что показали эти семейные выходные музеи? То, хотя называются они семейными, и они удобны для семьи, но семья в музей приходит в редком случае, этот цикл продолжается, приходит в редком случае, как правило, приводят детей родители и сами уходят по делам. То есть музей в данном случае выполняет такую функцию, няни, развлекателя, увеселителя, занять ребенка на какое-то время, пока родители сходили в торгово-развлекательный центр и что-то приобрели. Пока мы так пытаемся выйти из самоизоляции, пока мы пытаемся возродить посещение в музее, пока мы пытаемся какие-то делать вот эти акции, семейные выходные, ну и много других, выходит проект, который мы обязаны реализовывать, культура для школьников, для достижения национальной цели, возможности для самореализации, развития талантов. То есть мы тут совмещаем два в одном и привлекаем к себе аудиторию, и вроде как, сказано же нам, в общем, сверху важную цель национального проекта реализовать, мы ее тоже реализуем. То есть почему слайд, почему я на этом сделала акцент, то есть от этого, это прежде всего для наших коллег, и для посетителей тоже, что этот проект «Семейный выходный музей» он будет продолжаться, никуда мы от этого не денемся, как минимум до 2030 года. Здесь картинки такие разные, и в масках, и еще без масок, и
В рамках этих семейных выходных, я думаю, Игорь Александрович будет рассказывать про проект «Живая палеонтология», очень пользовался популярностью проекты, связанные с, ну, с наукой палеонтологии. Плюсом было там, как это, или плюсом, или почему они пользовались большей популярностью, чем все остальное, было то, что они были бесплатны в рамках грантовой заявки. То есть все, что бесплатно, хотя цены в нашем музее на тот момент мастер-классы стоили, по-моему, 50 рублей вообще, то есть даже, ну, как бы, самоокупаемость минимум. И, ну, в общем, они, да, эти мастер-классы, они пользовались самой популярностью. И немного статистики. С 11 июля 2020 года, когда музей после пандемии и самоизоляции открыл свои двери и как-то началась работа, было заявлено 79 тем этих семейных выходных. Из них 46, то есть большая половина, мастер-классов. Не все мастер-классы и занятия пользуются популярностью. Только, вот я для себя вчера так вот делала, раз, два, три, четыре, пять страниц мелким шрифтом и почерком, выделяла наиболее популярные, повторяющиеся, цикличные, в общем, и так далее, системы. Я это все опубликую, будет это, попадет это на страницы графических записок. А не мастер-классы посетили только четыре. То есть интерактивных занятий по форме, кроме мастер-классов, мы предлагаем интерактивные игры, интерактивные викторины, интерактивные лекции, тематические занятия, тематические экскурсии, интерактивные экскурсии, информационный час, интерактивные мероприятия, костюмированные экскурсии, тематическая экскурсия, авторская экскурсия, экскурсии по выставке. Вот посетили не мастер-классы, только 4 мероприятия. И это были тематические занятия, все остальное получается, что ушло у нас впустую. Как бы они проводились или заявлялись для того, чтобы быть в проекте. Результаты для посещения, для, в общем, как бы для привлечения посетителей они нам не дали. В чем я вижу, на мой взгляд, в чем я вижу, как бы, тут перспективу этой работы и пути реализации этого проекта. Во-первых, необычные какие-то необычные мастер-классы, которые совпадают с темой и с праздником. Новый год, Пасха и День Валентина, они были востребованы. Мастер-классы к этим мероприятиям были востребованы. Также имеет значение сезонность. Осень, зима и весна менее посещаемы в рамках семейных выходных. Зимой, когда, наверное, досуг не столько разнообразен, не все катаются на лыжах и коньках, и не все ходят гулять, а вот в зимнее время, ну, такое, поздняя осень и ранняя весна, больше посещений, чем в обычные остальные дни. И чаще всего здесь, опять же, играет значение... Где он у нас? Вот. Не получается пока с реализацией семейных выходных образовательной функции музея. Получается только развлекательной. Все темы, которые заявлены как информационные часы, посвящены, казалось бы, да, там, «Мир труд май», как праздновали в Саранске, проходили первомайские демонстрации. Или как тут история гражданской войны, которая непосредственно связана с нашим краем. Они у наших посетителей не пользуются популярностью. Для наших посетителей музей пока воспринимается как развлекательная, культурно-образовательная функция. И здесь вот уже работа во многом зависит лично от сотрудника, который проводит данные занятия мастер-класс. Здесь нужно не только нести какое-то самоделание, то есть вот мы берем лист, на него приклеиваем то-то, там, или вот мы рисуем такой орнамент, а именно нести какую-то информацию, чтобы уже как бы отходить от чисто какого-то такого мастерства и мастер-класса. Например, делая украшения или делая аппликацию там, с маленькими, да, с детьми, украшения каких-то, там, заброшку, да, такие тоже были заявки,
объявлены мастер-классы, обратиться к истории мордовского костюма и посмотреть, какие украшения были у мордовских женщин, например. То есть, или то есть проводить какие-то аналогии, которые были бы неразрывно связаны и мастер-класс, потому что только интерактивная составляющая сейчас привлекает наших посетителей, когда ты сам принимаешь участие в этом событии. Но в то же время ты сам производишь, но в то же время ты узнаешь какую-то полезную, такую подспудную информацию. Это как раз зависит уже от мастерства и такого профессионализма наших сотрудников. И я надеюсь, что мы будем в этом направлении работать. У меня все. Вопросы, я готова на них ответить, потому что я тут все проанализировала. Анализировала, и вы анализировали. Большое спасибо. Ну и те, кто не сотрудники музея, передавайте своим друзьям и коллегам, чтобы приходили к нам в музей, в том числе на проект «Семейные выходные музеи». Начну с того, что в этом году Министерство культуры Российской Федерации выступило с таким проектом «Музейный маршрут России». Прошел он совсем недавно, и при поддержке местных органов власти, в том числе он был в регионах, в том числе и в Саранске. Но еще до этого особой большой популярностью пользовался такой всероссийская туристическая премия «Маршрут года», в которой участвовали, ну это в сфере туризма уже, многие, скажем так, и из нашей республики представители представляли различные маршруты, в том числе и музейные, в котором участвовала я. И хочу познакомить вас с таким маршрутом. Кажется, что я по своему роду деятельности очень часто общаюсь с различными туроператорами, так как я в летнее время работаю в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье», то заведующие и все, конечно, обращаются ко мне, туроператоры, с просьбой об организации экскурсий, но не только. Часто просят о том, чтобы показали мордовский колорит, чтобы обязательно был какой-то национальный компонент. И мы стараемся с сотрудниками разрабатывать такие программы, потому что больше всего, конечно, туристы в Мордовию едут за тем, чтобы получить, да, что-то узнать об обрядах, о традициях мордовского народа. Это им интересно. И нами в различное время проводились с сотрудниками такие занятия, но комплекса какого-то такового не было, чтобы познакомить туристов с традициями, с культурой, историей края, и не только вот в какой-то скучной, да, форме в виде экскурсии, но еще вот в таких каких-то развлекательных моментах. Туристы любят развлекаться. Вот. И назрел такой момент, когда нужно было создать такую обширную, большую программу для туристов, приезжающих в наш город. И такая программа была разработана, и назвала я ее «Особенности мордовского гостеприимства». Ну и сейчас вам представлю ее. Гостеприимство – важное проявление национального этикета. Культура гостеприимства у этносов проявляется по-разному, но обязательным является уважительное отношение к гостю. У мордвы высоко ценились такие качества, как великодушие и щедрость. Об этом свидетельствуют и фольклорные данные. Так в макшанской пословице говорится: «Азаш инжит и синцы, и анцы, и кетсен заканцы». Хозяин каждого гостя и поет, и кормит, и на руках носит. Значит, в ходе, не буду говорить, сколько она, ну, могу сказать, кому интересно. Программа разработана для организованных групп. Это будет интересно как для детей от 7 лет, так и взрослым. Проводится она по предварительной записи для групп не более 20 человек, потому что очень сложно играть и потом еще показывать мастер-класс для более большой группы, как показал.
показал наш опыт работы. Продолжительность 80-90 минут и стоимость 4000 рублей. Но это без фольклорного коллектива, потому что вот эта программа, она, в нее входит и в том числе, возможно, приглашение одного из фольклорных коллективов, чтобы все-таки и туристы услышали и мордовские песни в исполнении коллективов. Ну и проходит, если в музее, то проходит в залах, в зале этнография у нас, а если в летнее время, то в музейно-этнографическом комплексе Мордовское подворье, потому что он работает только летом. Там вообще можно погрузиться в культуру, в традиции мордовского народа. В ходе программы гости наши знакомятся с обычаями, обрядами, культурой, историей мордовского народа, узнают, чем отличается мокша от эрзи, и участвуют в традиционных мордовских обрядах. Запоминают рецепты мордовских блюд, учатся танцевать мордовские танцы, мастерят сувениры на память, ну и, конечно, получат море незабываемых эмоций и впечатлений, что и доказало, потому что эта программа уже не раз проводилась с нами в течение двух-трех лет. Ну, если начинается вся программа фольклор-музея. Гостей веселыми мордовскими песнями встречает приглашенный фольклорный ансамбль и две ведущие, одетые в традиционные костюмы мордвы мокши и мордвы эрзи, которые приветствуют всех на мокшанском и эрзианском языках. Ведущие в образе мастравы, богини земли у мордвы, рассказывают о мордовском народе и о мифах и легендах, связанных с появлением этноса. Вторая ведущая в образе Кудавы, богиня-покровительница дома у мордвы, приглашает гостей пройти в зал этнографии, экспозиция которого построена в виде улицы Мордовской деревни. Ну а музейно-этнографический комплекс Мордовской подворье – это мордовская там усадьба. Конечно, вы знаете, о чем идет речь. Ведущий останавливает гостей около комплексов «Макшанская курная изба» и «Хозяйственный двор», предлагает заглянуть в мордовскую крестьянскую усадьбу. Здесь она рассказывает об обычаях и обрядах, связанных с ведением хозяйства в мордовском доме, распределении обязанностей в семье. Затем разыгрывается обряд новоселья от Буду-Йотамась, вхождение в новый дом. Гости участвуют в театрализованном представлении. Затем комплекс «Женские рукоделия и мордовский костюм» – это в зале этнографии. Ведущая мастерава рассказывает об изготовлении женщинами мордовского костюма и украшений. Для гостей проводятся мастер-классы по придению, плетению поясов или изготовлению традиционного украшения, скреплявшего ворот мордовской рубахи женской сюлгаму. Далее комплекс «Эрзианская изба» и «Мордовская свадьба». Ведущий Кудава рассказывает, как встречают гостей в мордовском доме, о национальной кухне и проведении национальных праздников. Предлагает гостям примерить стилизованный мордовский костюм и поиграть в традиционные мордовские игры. При этом разучить элементы мордовского танца. Комплекс «Религиозные верования мордвы». Кудава рассказывает о религиозных верованиях и обрядах мордвы, разыгрывает обряд моления богини воды Ведяву, который в прошлом проводилась на берегу реки с подношением даров. В зале промысла и ремесла в это время располагаются мастера, которые показывают мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, плетению лаптей, резьбе по дереву. Далее гостям предлагают изготовить сувенир на память тряпичную куклу на карандаше и взяточках. После мастер-класса ведущие приглашают гостей отведать чай, заваренный на травах, мордовский пирог панджакай. Затем провожают гостей до дверей зала, прощаются с ними на макшанском и ирзианском языках. Кудава поет прощальную песню на легкую дорожку. Интерактивная программа была заявлена на сайте нашего музея. Реклама программы проходит во всех соцсетях. Впервые она была проведена в 2018 году для участников Всероссийской научно-практической конференции «Финно-Угорское пространство в туристическом измерении» и с тех пор успешно проводится для гостей и жителей Республики Мордовия. В ней приняло участие более 1500 человек. Туроператоры и гости высоко оценили заявленную программу. Фольклорный этнографический проект «Особенности мордовского гостеприимства» также стал финалистом Всероссийской туристической премии «Маршрут года» в 2021 году. Ну вот, как говорят, туризма нет в музее, порой говорят, туризм в краеведческом музее есть. Мы
уже не раз встречали гостей во время чемпионата, во время подготовки к чемпионату мира по футболу на Мордовском подворье. Все наши сотрудники, они молодцы, они освоили и различные виды рукоделия, плетут пояса мордовские из шерстяных нитей, и играют в мордовские игры, и вышивают. То есть мы можем встречать туристов и приглашаем всех к нам в музей и на Мордовское подворье за мордовским колоритом. Большое спасибо, Слава. Можно вопрос задать? Конечно. Какое-то было совещание недавно, я поняла. Ну, не вопрос, сначала не вопрос задам. А что было с муниципальными районами? И рассказывали, вот у нас в музее проходило это совещание, было посвящено, ну, что-то там о развитии культуры в наших муниципальных районах, и в том числе презентация культурного наследия. И Светлана Никитина Павловна, она сказала, приходите все к Мордовской подворье, там Света так хорошо рассказывает. Я просто забыла с вам больше вам сказать. Спасибо. Но, а вопрос вот почему. А есть ли в задумках какое-нибудь продолжение вот этого проекта? Я понимаю, что этот проект он будет осуществляться, и дальше заявки будут приниматься, и приходить на него не только приезжие, но и наши местные жители, потому что, как показывает тоже практика, не все знакомы со своей культурой. А есть, может быть, какая-то идея или задумка? Дочерняя. У нас уже была задумка в том году, но из-за пандемии, опять же, почему-то она у нас слабо, как-то вот мало откликнулись, да, и из-за пандемии, из-за того, что она была совместно с Национальным театром. А театры летом уходят на каникулы. Вот. А Мордовское подворье только начинает работать. Была задумка такая, чтобы полностью там были разработаны занятия по этому праву. Очень интересно, нормы и традиции обычного права. То есть, что имела право жена в мордовской семье, что мог делать муж, какие обязанности у него были, что делали дети, да? Вот очень интересные занятия, и по домострою тоже. И мы хотели так, чтобы туристов встречать у нас на Мордовском подворье, немного погрузить его в этот мир мордовской семьи, мордовского быта. Потом мы должны были, но это, конечно, не для большой группы, может быть, даже для большой, но изначально для каких-то таких заинтересованных гостей. Потом мы их провожали, наш экскурсовод должен был проводить до Национального театра, при этом рассказывая тоже о Мордве, Мокше, Мордве, и там просматривать постановку, опять же, возможно, на национальном языке, там есть такие постановки, сидеть вместе с гостями, комментировать после спектакля, потому что иногда вот посмотрели, да, «Дочь некрещенного Мордвина», а что они поняли, да, о нашей культуре? Ну, посмотрели, в переводе все, но не поняли до конца. И вот чтобы объяснить до конца гостям о нашем менталитете, как вы, да, тоже говорили, что это значит, почему такая реакция была, да, в той или иной сцене. Вот для этого наш сотрудник грамотно, с исторической точки зрения мог бы объяснить. Вот. Ну, были заявки, но уже когда театр... Будем ждать продолжения. Да. Спасибо. Добрый день еще раз, коллеги. Итак, я хочу представить вам свою статью «Социально-философский анализ музейного пространства» на примере нашего Мордовского краеведческого музея Ивана Дмитриевича Воронина. В 21 веке произошло кардинальное изменение алгоритмов работы с информацией. И это связано, естественно, с наступлением данного сообщества в такую глобальную эпоху цифровизации. Повсеместное внедрение диджитал технологий не могло не затронуть и сферу музейной деятельности. Современный музей – явление качественно нового уровня. Он отказывается от банальной репрезентации материальной составляющей исторического наследия регионов и страны, отходит от идеи так называемого «остановленного времени», становясь одним из значимых элементов социального пространства, подстраиваясь под актуальные тенденции и меняя привычный формат работы. Целенаправленное изучение музейного пространства необходимо для формирования стратегии его дальнейшего развития. Все больше внимания в наши дни уделяется практикам, связанным с экономикой креативных пространств.
В ее основе лежит теория музейной коммуникации, которая разработана канадским исследователем Камероном, согласно которой музейная коммуникация представляет собой процесс общения посетителя с представленными в музейном пространстве экспонатами. При этом сам посетитель становится главным адресатом специфической музейной информации. Понятие креативного пространства разнопланово, но в целом оно подразумевает не только особенность поступающей извне информации, но и ее внешний облик, привлекательный дизайн, скажем так, да, который позволяет создать наиболее благоприятные условия для осуществления коммуникации с аудиторией, ну а также реализовать на высоком уровне коммуникативный потенциал самого музея. Кроме того, как никогда в наши дни актуализируются вопросы онкологической составляющей музея, его смысловой наполняемости и значимости для человека. В современном мире вследствие происходящих процессов глобализации происходит размывание региональных, а также с ним социокультурных границ между государствами и отдельными народами. Утрачиваются индивидуальные черты традиций, быта, искусства разных этносов. Их представители испытывают острый кризис идентичности, затрудняются в сознании своей самости. В этих условиях музей становится главным институтом сохранения социальной памяти, связующим звеном между прошлым и настоящим человека, помогающим разобраться не только во всем происходящем вокруг, но и в самом себе, осознать свою сопричастность к истории родного края, а также собственное место в культурном пространстве многообразия современного мира. Анализ сущности музейного пространства возможен с применением феноменологического подхода. При феноменологическом рассмотрении исследуемый объект уже как бы находится в поле нашего зрения. Он уже тут без всяких наслоений и информационной нагрузки, которую несет с собой рефлексия. В связи с этим феноменологический подход может быть применим с целью социально-философского изучения памятников и артефактов истории культуры, которые наполняют музейное пространство и вступают в роль музейных экспонатов. Вся деятельность музея, сбор, хранение, исследование, репрезентация напрямую связаны с наличием феномена музейного предмета. Существует множество определений термина, но в целом все они сводятся к тому, что музейный предмет – это некая социокультурная ценность, являющаяся первоисточником знаний и эмоций, что предопределяет необходимость его дальнейшего сохранения и популяризации путем экспонирования. Рассматривая и изучая музейный предмет, экспонат, мы фактически наблюдаем соответствующие события, можем судить об уровне культуры, характере обычаев, особенностях традиций народа, с которым предмет связан. Музейный экспонат оказывает мощное воздействие на сознание посетителя, вызывая интерес и побуждая к более глубокому погружению в историю. Не менее важно, что он также оказывает непосредственное воздействие и на подсознательном уровне, мотивируя к исследованию своих исторических корней, формируя ощущение сопричастности к общезначимым событиям прошлого и настоящего и создавая предпосылки для становления человека как личности. Скажем также, что предмет в экспозиции или на выставке как бы наделяется особым онтологическим статусом, который ему придает музей. Он же раскрывает скрытый в нем смысл, наделяет новым значением, дает ему как бы новое прочтение. Рассмотрим вышесказанное на примере Мордовского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина. Разумеется, важнейшим элементом метасистемы музейной среды является музейная экспозиция. Залы с постоянной экспозицией, этнографии, зал культуры, археологии, истории, современной истории, зал природы, будучи единой системой смыслов, выраженной в материальных предметах и знаках, становятся ключевыми каналами коммуникации с аудиторией. Музейные экспонаты, произведения культуры и искусства, документы, артефакты, предметы быта помогают опосредованно понять материальную реальность, прочитать особые социальные послания из былых времен и органично строится процесс музейной коммуникации. Кроме того, всесторонне изученные, ставшие частью музейного фонда вещь обретает новое сакральное значение. Заняв свое место в экспозиции, она как бы показывает, что ее суть не исчерпывается лишь вечным уровнем, но она является частью сферы духовного, становится основой культурного взаимодействия с человеком. Среди таких вещей особенно отметим национальный костюм, являющийся зеркалом семиотических представлений и мировоззрения мордовского народа, культовые предметы, среди которых мы отметим родовую чуштатол, эрему парь для приданного, различные иконы и многие другие религиозные предметы, отражающие верования и исконные традиции. Также это, конечно, рукописные и печатные книги разных эпох, как хранители мудрости поколений и так далее. Помимо отдельных предметов и экспонатов, в залах имеются особые экспозиционные пространства, создающие ощущение присутствия здесь и сейчас в обозначенном периоде истории и обеспечивающие более полное погружение в указанную эпоху. Таковыми являются, например, реконструкции крестьянских изб Мордвы, Мокши и Эрзия, заглянув в которые, мы можем увидеть соответствующую обстановку, предметы быта, посуду, детские игрушки, понаблюдать, как менялся уклад жизни крестьянского сословия в разные периоды времени.
Воссозданные палаты воеводы Саранской крепости 17 столетия являются уникальным экспозиционным пространством, таким своеобразным окном в прошлое, дополняющим рассказ об истории города Саранска и визуализирующим характерные особенности культуры и быта бунтажного века. Аналогично с интерьерами дворянских гостиных 18-19 столетий. Воссозданные в соответствии с историческими фактами обстановка делают музейное пространство еще более аутентичным, интересным для посетителей любой возрастной группы. Конечно, нельзя не сказать о том, что в цифровом 21 веке музей стал существовать фактически в двух измерениях – реальном и виртуальном. Помимо привычной очной работы с посетителями, все те же выставки, экскурсии, мастер-классы были перенесены и в онлайн-пространство сети интернет. Это значительно расширило пространство музейной коммуникации, усилило возможности осуществления взаимодействия с целевой аудиторией музея на качественно новом уровне. Сегодня уже не раз говорилось, да, что в общем-то, большинство аудитории, да, это, конечно, молодежь, большинство аудитории именно пользователи интернета, да, я и говорю об этом. И, соответственно, создание социальных, создание групп музеев в социальных сетях, оно значительно повысило возможности музейной работы, потому что теперь мы способны привлечь гораздо большее количество посетителей, да, именно из молодежной среды. Таким образом, музейное пространство включает в себя как знаково-символическую, так и материально-предметную составляющую, что позволяет понять – идеальное духовное сокрыто в материальном. Конечной целью музейное пространство имеет создание оптимальных условий для осуществления коммуникации между сотрудниками музея и посетителями, направленную на передачу социокультурного опыта поколений, трансляцию вековых традиций, общезначимых ценностей и ключевых идей. Большое спасибо. Есть вопросы? Коллеги, можете задать? А, у меня тогда вопрос, Сергей Вячеславович. Ну, мы все вот тут говорили о разных функциях музея, и в современном мире значение музея, на твой взгляд, какое? Ну, конечно, стоит сказать, что музей – это важное социальное пространство, это особый такой мостик между прошлым и настоящим, да? Это хранилище опыта предыдущих поколений. Он аккумулирует в себе важнейшие общечеловеческие ценности, традиции, символы, значения и смысла, которые, в общем-то, передавались, да, из поколения в поколение. Человек, приходя в музей, ну, наблюдает экспонаты, изучает их, фактически с ним взаимодействует. Да? То есть таким образом включается вот этот процесс межмузейной коммуникации, про который я сегодня уже говорила. И тем самым именно это помогает человеку, в общем-то, встраиваться вот в этот общемировой социокультурный код, да, становиться его элементом и становиться частью глобальной социокультурной коммуникации в целом. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые приглашенные, я первый раз участвую в таком мероприятии. Простой, как говорится, учитель, и хочу рассказать о том, как я организовал и как создал музей. Ну, во-первых, хочу сказать, что музеем или краеведением мог заниматься человек, который не безразличен истории своей малой родины. Кто действительно душой, терпением, желанием занимается своей историей. Как у меня сердце началось? Это началось, начиная с 70-х годов, когда в нашем селе было 45 натуральных вояков, те, которые нюхали запах пороха. Своими глазами видели, что такое война. И вот на каждый год, начиная с 70-го года, на 9 мая мы приглашали участников войны, блокадников Ленинграда, строителей собственного рубежа, ну, просто трудовой фронт, допустим, другие, многие другие. И где они поделились своими воспоминаниями, все это я записывал. Потом составлял анкеты, ходил по домам, действительно записывал их рассказы, ну, к этому времени достаточно мы установили, что с нашего села участвовало более 20 блокад. Одна из них, Ашимова Фатыма, которая непосредственно своими глазами видела, что такое блокадный Ленинград с первых дней до конца. Также мы установили, что двое женщин, которые непосредственно принимали участие в военных действиях, это прожектористы 43-го прожектора полка, дошли по дорогам войны до Рейхстага. Дальше установили много, короче, установили. И результат от того, что, допустим, чтобы ученики как-то каким-то образом заинтересовать, ну, я и сам издавал
газеты писал, там, чтобы люди знакомились, с чем мы занимаемся. Ну, главным толчком изучения своей истории послужила статья советской молодежи в 1986 году в апреле, которая была написана Ириком Бетинин «История происхождения татар, татаро-мордой и история татарских сел». И в этой статье упоминается наше село как Рейтар и Лебяжий Алтар. Ну, со школьной скамьи нам рассказывают, что наше село называется Лебяжий Алтар. Это алтарь 6 глав семьи, которые расположены вдоль озера Лебяжий, недалеко от Аленкова. А то, что касается Рейтары, с этими статьей ходил по селу и расспрашивал. Опросил более 20 человек, никто толком не мог сказать, почему наше село называется именно так. Ну, мы потом нашлось у меня и последователь Шемеку Владимир Георгиевич, мы сходили в наш архив, и правда нам работник архива сказали, что думаете, архив это библиотека, взял новую книгу и можете открыть. Там надо заниматься. Действительно, мы с этого момента, 86-го, в течение 12 лет ходили в архив наш мордовский и занимались. Ну, достаточно более раннего периода, достаточно уже современные. Помимо этого, мы переписывались с архивом Москвы, Пензы, Башкирии, Ульяновска, Самары, так как наш архив, ну, был разбросан тогда. И, как бы, собрали довольно достаточно материала. Ну, кроме того, когда я проводил опросы, ходил по селу, установил, что наше село богатое как историческими событиями, так и обыкновенными. В нашем селе было в то время 5 мельниц, 2 просодранки, 2 кузницы, 11 лавок и многое другое. И что в нашем селе было 3 мечети. Одно по Пензенской губернии, Магометанское училище Медальца, которое было открыто 23 сентября 1888 года. Ну, достаточно у нас накопилось материала для... Помимо этого еще с учениками ходили по селу, собирали старинные предметы. Вот, и во многом нам оказывали сами жители села нашего, с удовольствием приносили, потому что знали, чем я занимаюсь. И вот настал, как говорится, момент 7 мая 1995 года. В нашей школе был открыт музей. Правда, она небольшая тогда была, потому что помещения не было в школе. Но нам выделили, как говорится, кабинет истории. Правда, там помещение, еще раз повторяю, было маловато. Ну, по мере занимались. И к этому времени я составлял, ну, сделал свои записи, как говорится, последовательности. Ну, в 90-м годам у меня все равно копилось, как говорится, можно было, ставил вопрос, а можно ли издать, допустим, книгу. Я вот ходил, начиная с 2000 года, как бы протянутой рукой, просил, ну, финансировать каким-то образом. Я не просил там миллионы, тысячи, допустим, специальный банк открыл счет на свои деньги, и там я написал, потому что да, только 50 рублей достаточно, ну, извините. Через месяц я обратился в банк, никаких там не было. Я потом еще раз попытался в 2015 году, и в 2019 году по рекомендации директора боевого трудового подвига Кручинкина, он говорит, зачем ты ходишь, вот здесь такой фонд, теперь открыли специально такие, как ты проигрываешь, вот открытие. Правда, он мне показал, я потом, как говорится, начал изучать. Правда, два раза я проиграл, потому что толком мне не объяснили, как все это делается. Уже с третьей попыткой, 6 апреля 2020 года, я подал заявку. И в июне объявили, что я выиграл президентский грант в зоне 488 742 рубля. На что эти деньги пошли? Вот, во-первых, я издал 3 книги. Часть этих денег ушла куда? И часть денег ушла на создание школьного музея. В настоящее время у нас достаточно материала, архивных документальных материалов. Ну и опять же, помещение у нас, как говорится, маловато. Вот. В настоящее время, хочу, как говорится, для того, чтобы увековечить память наших защитников Отечества, хочу сделать, как говорится, хорошим памятником. Ну, совершенно не памятник есть, тоже самое, благодаря Кручинкину, была открыта 1 октября 2010 года
Там написано только, ну, помещены, скажем, фамилии только погибших. А сейчас хочу сделать, чтобы были фамилии не только участников войны, блокадников Ленинграда, тех, кто старался русский рубеж, участники трудового фронта, допустим, учителя, директора школ, ученики, которые, ну, имели отношение к военным действиям, то есть во время войны. То же самое, как говорится, подал заявку, ну, может быть, как говорится, надежда есть, выиграем. Если, конечно, выиграем, это, конечно, приятно было. Вот то, что видите, это я своими, как говорится, руками. Были последователи, были, как говорится, я вам, как называется, и противники, прямо указывал, как, извините, два дурака ходят и больше им ничего делать, вот занимаются. Потом последствия стали вот эти же люди просить информацию, писать там статьи туда-сюда. И сейчас я могу, ну, хорошие отношения газетные, редакции «Булдаш», районные редакции «Победа», часто печатают статьи про военную тематику, потому что, еще раз говорю, у нас достаточно большое количество информации об участниках Великой. Ну, могу сказать, мы установили имя фронтовика, который был представлен Герой Советского Союза. Но по инстанциям ему отказали, ну, дали только орден Отечественной войны первой степени. Хлопотал и писал президенту, почему так, ну, ответ так и не пришел. И другой вопрос, ну, то же самое, совсем недавно установил, что то же самое наш земляк, сейчас освобождение Ростова, тоже награжден орденом Ленина и орденом Боевого Красного Знамени. Поэтому военная тематика, она еще не кончится, будет продолжаться. Вот такова у меня, как говорится, метод или, как говорится, способ организации школьного музея. Почему? Потому что вот после открытия школьного музея к нам не только, допустим, приезжали простые люди, приезжали гости. Ну, наверное, может быть, слышали, в марте месяце состоялась у меня презентация книг у Кручинкина. Потом состоялась вот эта презентация музея, допустим. Видимо, люди слышали, действительно, человек чем занимается. Во-первых, хочу сказать своим ученикам, которые помогли финансовым отделам. Давали по 1000 рублей. Вот это ушло на, допустим, издание таких арт. Настоящий музей я создал альбомы на участников войны. Около 70 альбомов. На председателя колхоза, директорам школы, председателя совета и простым учителям, простым колхозникам. Можете приехать, посмотреть. Алтарь, Мадамский район, алтарь средней школы. Все на этом. Большое спасибо вам за ваш энтузиазм, за ваше такое родение, за свой родной край. А скажите, пожалуйста, а в школе у вас много учеников? У нас пока, ну, я не скажу, что много, 80. Ну, еще по сравнению с... Ну, у нас есть, как говорится, перспектива, что школу, если какой-нибудь, извини, какой-нибудь дурацкий закон не выведут, не закроют, если так. Сейчас говорят, что хотят оставить. Но у нас есть перспектива, например, в этом году в первом классе 12 учеников, на следующий год 10 учеников. Поэтому у нас перспектива есть. Вот была у нас средняя школа, взяли на закрытие. Теперь до 10 класса. Да, 9 класса. И еще такой вопрос. Ну, тоже мы работаем в музее, часто очень сталкиваемся, что вот такие музеи в сельской местности, особенно школьные музеи, ну, самоподдержанные, они перестают существовать, когда перестает заниматься этим энтузиаст, который этот музей вынес на своих руках, взрастил. Вот как вы думаете, ваше дело, кто будет продолжать? Уже присматриваете себе? Я честно говорю, я же сказал, допустим, были противники, были последователи, допустим, в настоящее время вот молодежи, хотя люди, ну и были ребята, которые занимались. Нет. Ну есть, например, у меня один молодой человек, когда я на пенсию выйду, Может быть. Но пока, говорится, я сам сила, как говорится, занимаюсь этим делом. Знаете, вот. Для меня, например, вот эта история, как бы картежная игра, азартная, когда, вот, например, занимаешься в парке и находишь такие интересные документы, и хочется, чтобы, ну, больше. Вот, я говорю, 12 лет, неделю 3 раза ходили,
потом, ну, честно говоря, как плохие ученики убегали с урока. Директор нам за это говорит, если так еще раз убежите, поставим известно. Честно, я вам откровенно говорю, потому что это никому не надо. Особенно нынешней молодежи. Ну, каким-то образом надо, потому что это история. Ну, мы и уйдем, а история же она останется. Ну, сейчас я говорю, в нашей школе много интересных предметов. Поэтому еще раз говорю, приезжайте, смотрите. Еще раз вам спасибо. Спасибо вам большое за сохранение истории. Тема у меня такая, что популяризация, естественно, науки. Но прежде чем начинать свое вступление, я, наверное, скажем так, отвечу на вопрос, который Татьяна Николаевна задала аудитории. Мы немножечко порассуждаем, да, зачем вообще нужны нам музеи, например, краеведческие музеи. Вообще, сейчас действительно вот без информации, большое количество информации, доступной информации, да, можно получить в интернете, там, посмотреть что-то на Ютубе, погуглить, как вот у нас молодежь любит говорить и так далее. Но знаете, зачастую эта информация, она, мягко говоря, далека от реальности, от действительности, вот, искажена. И человек получает, опять же говоря одним словом, такой не вполне качественный контент. Вот краеведческие музеи, да, которые находятся в регионе провинции, они являются таким, ну, такой своеобразной альтернативной образовательной площадкой. Помимо просвещения, еще и альтернативной площадкой. То есть у нас в музее находятся какие-то определенные экспонаты, и самое главное, есть сотрудники, которые могут качественно рассказать про данные какие-то материалы, которые находятся в музее и так далее. Ну, вообще, поднести вот эту информацию в таком удобоваримом вид для простого человека. По поводу того, что люди, которые, есть как люди, которые не приходят в музей и никогда не придут, ну, давайте все-таки искать к ним, не будем их списывать со счетов, искать к ним какие-то пути. Вот. Но, с другой стороны, краеведческий музей очень много работает со школами, работает с подрастающим поколением, с теми людьми, которые будут, если им понравится это все, если мы все сделаем качественно, хорошо, грамотно, и, скажем так, заинтересуем это, они будут к нам приходить, и вы приходите, ходите и так далее. А вот, ну, эти люди, которые не хотят ходить в музей, ну, как говорится, это их, соответственно, личные годы. Ну, в общем, в качестве вот своего начала скажу, что действительно вот есть определенные стереотипы по поводу палеонтологии. Да? Напомню, что палеонтология – это такая наука, которая изучает остатки древних животных, среду их обитания в далеком прошлом и так далее. Вот. Но на простом бытовом уровне это, как правило, динозавры, раскопки динозавров. В общем, народ у нас будоражится от огромных размеров этих древних выживших животных, да, там мамонтов, динозавров, тех же самых и прочее. Вот, и воспринимается как некий такой приключенческий аспект, какой-то романтизация, в общем, так вот могу сказать. Вот. Но на самом деле это серьезная академическая наука. Соответственно, мало того, что она серьезная академическая наука, она находится на стыке двух крупных дисциплин – биологии и геологии, которые не менее серьезны, да, вместе это вообще что-то такое запредельное на самом деле. Вот. Если действительно простому обывателю углубиться в реалии вот, в палеонтологии, да, то там человек просто ничего не поймет. Там куча всевозможных терминов, куча всевозможных там, целей, задач и так далее. Но детям и порой даже взрослым динозавры нравятся, это привлекает. Соответственно, в музеях есть определенные там какие-то окаменелости, на которые, опять же, те же самые семьи, да, ребенок тащит маму, папу, да, посмотреть там скелет мамонта, скелет динозавра и так далее, тащит в музей, то есть это какой-то такой, знаете, дополнительный крючок для музея. Вот. И действительно, вот просто экспонаты, находящиеся в витринах, да, нет, ну они что рассказывают? Ну, максимум там этикетка тебе расскажет. Ты читаешь этикетку, вот. Ну, еще можно экскурсию заказать. Но не всегда экскурсовод может, скажем так, подробно на чем-то остановиться, рассказать про то, что заинтересовало человека. Вот. Но нужно людям что-то такое большее, чем они будут действительно коммуницировать, взаимодействовать. Опять же, как вернусь к докладу Татьяны Николаевны Червячковой, да, что у нас в основном там
мастер-классы, пляшем, танцуем, все такое, да. А какую информацию они после этого вынесли? Да, что они нового узнали? Эти мастер-классы также можно посмотреть на Ютубе, можно даже в каких-то торговых центрах мастер-классы эти посмотреть, да, те же самые лекции. А вот эти, непосредственно, когда люди приходят в краеведческий музей, они посмотрели, познакомились с экспонатом, что-то какое-то, пообщались с научным сотрудником, да, или человеком, знающим в данной области что-то, да, он рассказал что-то интересное, замечательное. То есть люди оттуда уже приходят, помимо того, что они посетили, посмотрели музей, они еще обогатились какими-то интересными знаниями. Вот, и опять же, нужно еще такой момент понимать, вот это уже я, наверное, в конце скажу, это уже выступление, что по поводу вот образовательной площадки, нужно еще понимать, что мы еще не только образовываем людей, да, даем какие-то знания, мы еще и сами при этом образовываемся, то есть мы получаем какие-то новые знания, которые нам помогают в дальнейшем еще лучше, лучше, улучшить свою, собственно, работу научного сотрудника, в частности. Так вот, в 2018 году, как вы все это тоже, опять же, по докладу Татьяны Николаевны, мы запустили вот эту программу «Семейный абонемент». Вот, и было представлено там, лекции про динозавров, опять же, да, как такая своеобразная заманука, что-то их отдаить. Вот, и как выяснилось, что действительно людям такие вещи нравятся, тем более для нашей республики это достаточно уникальная вещь, уникальный контент. То есть, ну, одно дело это где-то послушать про каких-то там динозавров Северной Америки, да, или, грубо говоря, там Якутии, а другое дело вот здесь, вот на территории Мордовии. Что же здесь было на территории Мордовии? Вот. И как раз вот мы предлагали вот такой интересный контент. А, соответственно, из вот этого семейного абонемента вышел такой своеобразный отросток. Это в 2019 году появилась такая целая образовательная программа «Палеонтологический детектив» с циклом лекций по палеонтологии, и не просто какие-то абстрактные, а именно связанные с нашим непосредственным регионом. Да, чтобы именно дать какую-то уникальную информацию, которую нигде люди не услышат, не увидят. Вот. Это данный цикл, он опять же так, не просто дал людям какую-то информацию, а сформировал такую своеобразную аудиторию тех людей, которые сюда стали приходить именно посредством получить вот эти знания. И вот эта аудитория, она даже переросла в некое такое объединение любителей палеонтологии в Республике Мордовия, что опять же появилось впервые, тоже такая уникальная штука. Вот. И, соответственно, проанализировав вот эти все моменты, мы пришли к мнению, что это надо развивать. Это определенно надо развивать, этим надо как бы воспользоваться в продвижении вот такой популяризации, да, науки. Опять же, чем хороша палеонтология? Вот, во-первых, да, она действительно очень интересна, а во-вторых, она забирает огромный гигантский пласт знаний. Человеческие знания, она позволяет формировать определенное философское мышление, причинно-следственные связи и так далее. То есть человек, который вот туда углубляется, в палеонтологию, он гораздо более лучше и более объемно понимает мир, в котором он существует. Он знает, когда появились люди, да, почему появились люди, в каком виде, почему они именно в таком виде, да, и вообще все, что вокруг нас окружает, у этого всего есть история, что мы не просто обычные какие-то потребители, да, а мы уже как бы задумываемся о том, что можно делать, что нельзя делать. То есть, опять же, такое своеобразное даже экологическое воспитание происходит. То есть воспитание непосредственно личности, нормальной, адекватной личности с каким-то энциклопедическим знанием. Вот. И, соответственно, вот из этих предыдущих проектов родилась такая идея создать именно проект «Живая палеонтология». Вот, то есть ключевое слово «живая». Заключался он в том, чтобы создать некое такое информационно-научное пространство для детей, для родителей этих детей, да, для ее немножко расширить, уйти за пределы вот этого вот нашего основного контингента, который приходит нам в музей. Но еще, например, взять в оборот студентов, естественно, научных учреждений, это биологический факультет, географический факультет, потому что для этих студентов, да, когда они выйдут, им тоже эта информация очень сильно нужна, как правило, ее особо серьезно не преподают вот на наших факультетах, он будет мне очень огорел. Поэтому вот мы решили как это все объединить. И вот в начале октября совместно с Саранским домом науки и техники, краеведческий музей, вот при поддержке фонда президентских грантов, вот мы запустили проект «Живая палеонтология». Что он из себя представлял? То есть, ну, для начала мы хотели создать такое некое пространство,
которое должно сразу, чтобы человек туда сразу же сознательно, ментально проникал. То есть создать такое место, куда он уже сразу начинает попадать и подключаться уже непосредственно к той информации. Мы заказали художника-палеонималиста Ярослава Михайловича Шиханова, такое вот очень оригинальное панно, если даже можно посмотреть, как оно формировалось. Очень, мы очень долго консультировались, как лучше рисовать, что нужно рисовать. Панно – это такой своеобразный коллаж, на котором вот, с моей стороны справа нарисовано море каменноугольного периода, другое – значит, юрского периода, те моря, которые у нас здесь существовали сотни миллионов лет назад. Вот, чтобы как бы мы не просто рассказать, что да, здесь на территории Мордовии было море, да, мы могли показать, какое это море, что, во-первых, это были моря, а не море, то есть их было много, разные существа живут, соответственно, жили. Все эти животные, вот эти, которые изображены, остатки их были обнаружены на территории нашего региона, либо сопредельных регионов, то есть это не просто так мы здесь нарисовали каких-то вот непонятных зверюшек. Вот, ну, соответственно, вот в итоге. Это панно у нас расклеили мы на третьем этаже в отделе природы, так называемое наше такое пространство, яйцо. И, в общем, там мы планировали проводить наши мероприятия. Какие у нас мероприятия? Это, в первую очередь, лекции, научно-популярные лекции для большого круга лиц с привлечением настоящих специалистов, настоящих ученых-палеонтологов, биологов, которые могли непосредственно рассказать про то, что они делают, и наша цель была их сюда еще привезти, в Саранск, чтобы познакомить, что есть еще, оказывается, в Мордовии, есть такие вот вещи, да, вот, что есть такой город Саранск, и чтобы еще люди непосредственно могли с ними пообщаться. Опять же, цель – живая палеонтология, непосредственно живое общение. Вот. Ну, помимо того, что у нас была оформлена такая площадка, вот этот художник-палеоанималист нам сделал реконструкции некоторых натуральных ничего, древних животных, древних организмов, в первую очередь головоногих моллюсков. Вот здесь вот тоже можно посмотреть, как это все это выглядело на первоначальных этапах. Тоже, опять же, это не с потолка взята реконструкция. Вот, пожалуйста, на этом слайде можно видеть раковину аммонита, гидроморфную аммониту, вот здесь вот она большая, которая была найдена в черте города Саранска. Вот, и непосредственно можно здесь увидеть реконструкцию, как это животное могло выглядеть, когда вот оно существовало там 130 миллионов лет назад. Вот, ну, соответственно, вот такие вот интересные реконструкции. Да, вот здесь как раз вот очень хороший слайд, где можно показать раковину современного моллюскового наутилуса и вот ископаемого его предка, древнего манидраковина ископаемой, пожалуйста, вот реконструкция. Вот, то есть вот такие вот. Было всего сделано 8 муляжей. То есть, опять же, это наглядно показать для того, что вот, ну, кто такие аммониты. Да, мы часто, когда проводим экскурсии, рассказываем, что у нас здесь жили в морях аммониты, белемниты, вот там так называемые чертовы пальцы, которые люди находят. Ну и, соответственно, мы сделали реконструкцию. Да, вот кто мог подумать, если не знали, да, что вот это как раз и есть чертов палец, да, собственно, так называемый белемнит, головоногий моллюск, то, что находят там в огородах и так далее, такие полуподобные или пулеподобные штуки. Вот на самом деле это внутренний рак, ну, такого интересного вымершего головоногого моллюска. Вот, собственно, портрет Михаила Шиханова. Вот. Ну, вот опять же, возвращаясь к лекциям, да, мы хотели, чтобы к нам сюда приезжали, чтобы было непосредственно живое общение с людьми, но опять же, пандемия ввела свои коррективы, поэтому мы первый блок лекции мы проводили в режиме онлайн. Здесь как раз сразу скажу, мы столкнулись с рядом технических проблем. То есть всех нас выгнали на дистанционку, но выясняется, что интернет у нас в городе не везде хорошо работает. В Мордовском краеведческом музее недостаточно компьютерного такое оснащения для того, чтобы было сделать, скажем так, провести нормальную трансляцию, да, без всяких там лишних прыганий с бубном и так далее. Вот. Опять же, все наши эти лекции вот, шли в записи, люди жаловались о том, что там плохой был звук или плохое изображение. Вот. Как говорится, у нас сейчас уже с века HD уже люди привыкли к тому, что очень хорошая, красивая картинка. Вот, поэтому это, собственно, как бы снизило качество контента, именно как визуального, но не, скажем так, не то, что туда было заложено как информативного. Вот. Опять же, хочу сказать, что у нас, когда запустился проект, мы, соответственно, с выгоду времени это расположили все на соцсетях. ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, то есть постоянно это все постили, постоянно народ как бы, ну,
подключали к нашей непосредственной деятельности, и канал YouTube, где, собственно, мы запускали все эти наши видео, чтобы люди могли посмотреть. Изначально у нас проект был региональный, вот, но благодаря вот сети интернет он вышел за пределы региона. Нас смотрели от Калининграда до Ялты, от Санкт-Петербурга до Владивостока, вот, до этого. Вот. Ну, соответственно, после всевозможных снятий ограничений, во всяком случае, послаблений, да, все-таки начали мы приглашать специалистов, приезжали они к нам, в общем, мы проводили с ними лекции, встречи, проводили, конечно же, записи, онлайн-трансляции, чтобы, как говорится, охватить как можно больше аудитории. Ну, в общем, здесь вот у нас в основном, конечно, контингент — это дети, то есть мы работали со школами, и, конечно, да, и, конечно, студенты. Да, у нас здесь, значит, заканчивается регламент, сейчас я быстренько пробегусь. Вот, да, вот это вот просто я хочу эту картинку, вот всегда ее очень обожаю, да, посмотрите, какие глаза. Человек впервые видел кость древнего животного, знал, что это кость древнего животного, про него еще и сказали. Ну, в общем, когда ты видишь такие глаза, это, вот, это реально вдохновляет. Это ради этого хочется действительно работать и что-то новое такое придумывать и делать. Вот. Лекторы у нас были из Казанского университета, из Палеонтологического института, из Геологического института Российской академии наук. То есть у нас контент был достаточно такой хорошо, скажем так, сформированный. Помимо лекций, да, лекции, которые у нас посещали вообще, в том числе и дети, да, в основном дети, вот, но не всем было как бы это интересно, откровенно говоря. Иногда лектор затягивал, иногда лектор давал слишком сложную информацию, но, соответственно, дети все равно это воспринимали, эту информацию, но для закрепления информации у нас еще были разработаны специальные авторские мастер-классы, чтобы как бы для закрепления теоретического материала, мастер-класс по препарации, там, по художественной лепке с использованием окаменелостей, аппликации всевозможные. Опять же, это был не просто мастер-класс, да, а находился непосредственно специалист, который рассказал что-то интересное из области палеонтологии, из того, что они сейчас делают. Рассказал про окаменелости, или рассказал, например, делаем мы мамонта, да, рассказ идет про ледниковый период, про животные, которые жили в ледниковый период, и вообще про мамонта, например. Начинаем мы там делать какую-то аппликацию с какими-то динозаврами, да, мы начинаем общаться про динозавров. То есть люди, помимо поделки, еще носили какую-то информацию с собой, уносили. Вот. Были у нас еще организованы две экскурсии полевые впервые в истории Крымического музея. Вот, на Тиманское месторождение мела. Мало того, что, ну, это, во-первых, тоже очень пользовалось большой популярностью. К нам собирались приехать даже из Омска на 2 часа. Представляете, 2 дня ехать из Омска, да, чтобы 2 часа просто посетить. Очень хотела женщина привезти своего ребенка. Я все-таки старался отговорить, потому что, блин, это что-то. Да. Тем не менее, приезжали из Москвы, специальный человек приехал на экспедицию, такую, на экскурсию. Вот. В дальнейшем она приезжала к нам уже на раскопки морской рептилии непосредственно в Макаровке, потому что мы после этих экскурсий у нас появилась еще возможность обнаружить еще одного скелет еще одного рептилии, как бы уже после окончания проекта мы как бы еще там по инерции у нас запал. Да, у нас да, уже пошел запал. Вот. Ну, соответственно, у нас все это закончилось награждениями, квестами и так далее. Вот. Какой из этого, соответственно, выхлоп можно сделать? Во-первых, был, скажем так, предложен и отработан уникальный контент для Краеведческого музея, для Мордовии вообще, и даже, можно сказать, для ближайших регионов, потому что что-то ничего подобного, вот, ну, во всяком случае, не было, я не слышал, я с этим не знаком. Вот. Интерес есть не только у жителей нашего города, нашего региона, есть интерес очень большой у людей из других регионов, вот, которые хотят к нам приехать, хотят на это все посмотреть, это все пособирать, скажем так, пообщаться и так далее. Вот. И еще один такой момент, что у нас действительно сформировался такой вот клуб по интересам, да, любителей палеонтологов, которые, ну, скажем так, мои дополнительные глаза и руки, то есть я по всей республике не могу поездить, да, они могут выехать, если у них такая возможность, и они, когда что-то интересное находят, они, соответственно, эту информацию сообщают мне, и
проводите либо раскопки какие-то, либо просто выезды, и, соответственно, интересный палеонтологический материал поступает к нам в Краеведческий музей. Не просто куда-то пропадает, не продается куда-то там, или там, москвичи забирают, там, или питерцы и так далее. Он остается у нас в Краеведческом музее. То есть это такой своеобразный задел, своеобразная площадка для развития дальнейшей деятельности, популяризации, в частности, палеонтологии. Ну и в конце хочется поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал. Вот, поддержки у нас много. Отдельно хочется сказать слова благодарности Шабалкиной Людмиле Александровне. Здесь Алексей Михайлович, потому что на самом деле это мы все можем сделать, но нам нужен какой-то такой. Нам нужно НКО, да, нам нужно все-таки одобрение пространства и так далее. То есть поддержка тоже очень сильно нужна. Большое спасибо Комаровой, Юлии Николаевне, Ольге, Николаю Банькиной за то, что они помогали, сделали большие потрясающие вещи, в основном на энтузиазме, на голом, вот, потому что у нас бюджет был не особо большой, и хотелось что-то такое большое, грандиозное, чтобы людям было это интересно, люди чтобы сказали «ах». Потом большое спасибо нашим ребятам, Максиму Владимировичу, Андрею Викторовичу за техническое оснащение. Вот. Ворчали они, конечно, ворчали, но тем не менее делали, и у нас все получалось. Вот. Ну, и, конечно, Татьяна Николаевна, любое время, дня и ночи за консультации и так далее. В общем, мы вот сообща сделали вот такой такой интересный проект, который будет продолжаться. Будет продолжаться. Да. Не надо заканчивать. У нас еще много хотел обещать. Да. Вот. И в конце еще тоже все заканчиваю. В конце. Что это сделал для меня? Ну, во-первых, это колоссальный опыт. Во-вторых, пришло такое понимание, что грантовый проект – это не только реализация твоих хотелок, да, а это возможность для реализации людей, которые находятся с тобой, то есть в команде, то есть какие-то свои творческие способности, попробовать себя в каких-то новых областях, что-то новое узнать, что-то новое почувствовать, сделать, проэкспериментировать и так далее. Поэтому, если есть возможность, пишите гранты. Это очень здорово. Это тяжело по первости, но это очень здорово. Все, спасибо за внимание, если есть. Сегодня я хочу вам рассказать об опыте проведения мероприятия «Всем на свете нужен дом». Он проводится совместно в Краеведческом музее и волонтерская группа помощи бездомным животным города Саранска. Эта группа помощи бездомным животным появилась в 2015 году. То есть до этого было большое количество опыта, когда животных убивали, их уничтожали. То есть происходило такое просто кошмар, вот эти случаи происходили, которые смотрели дети. И такое в дальнейшем происходить не должно было. И хорошо, что нашлись активисты, которые занялись тем, чтобы сокращать численность бездомных животных вполне методами мирными, да, в общем-то, и в условиях роста численности популяции безнадзорных животных, вот, как я уже сказала, была создана в общем бездомным животным в городе Саранске в 2015 году. И с этого момента она, точнее, с 2016 года она стала называться волонтерской группой помощи бездомным животным «Пушистое сердце». А до этого это было просто. Была волонтерская группа помощи, после этого это стал благотворительный фонд в дальнейшем. И, в общем-то, вот с этого, с 2016 года, простите, музей начали проводить акцию «Всем на свете нужен дом» регулярно, на ежегодной основе. И с чего начиналась подготовка? Во-первых, нужно было искать людей, с кем сотрудничать. Это были люди, которые участвовали в проведении самого мероприятия, то есть различные организации, которые занимаются развлекательной деятельностью, которые занимаются тем, что развлекают, скажем так, развлекают детей. И
пройдемся немножко по слайдам, чтобы не быть согласованными. Вот так выглядели афиши, которые, в общем-то, и говорили о том, когда будет происходить эта благотворительная акция. То есть здесь вот у нас все показано. И здесь дальше идет у нас эмблема волонтерской группы помощи бездомным животным, вот, пожалуйста, которая сопровождается таким вот, такой вот цитатой, скажем так, которая необходима для того, чтобы сохранять жизнь, которая, в общем-то, у нас и нам дана, дана животным, и мы не вправе отнимать то, что было дано не нам. Поэтому здесь и существует такой слоган: каждый из нас – это их шанс на жизнь. Вот так проходит мероприятие. Вот вы можете видеть две фотографии, пожалуйста, вот здесь. Вот люди приходят, это лишь малая часть людей, которые бы там присутствовали, участвовали. За кадром они тоже присутствуют. И вот такими штендерами начинается акция предварительно. Они выставляются еще до мероприятия для того, чтобы показать людям о том, когда будет это мероприятие, о том, какие следствия происходят после того, как, например, животное взяли, как оно выглядело, как оно стало выглядеть, после того, как человек просто приложил к нему свои добрые руки. На подворье происходила вся эта манипуляция, да, все эти манипуляции. И, конечно же, приглашались различные участники, и, в общем-то, сами научные сотрудники занимались различными прикладными видами творчества для того, чтобы людям было интересно, для того, чтобы можно было привлечь как можно больше людей на это мероприятие. Вот, пожалуйста. Здесь тоже все у нас аниматоры, пожалуйста. Люди, которые занимаются, простите, аквагримом. Различные конкурсы вот на этой фотографии, там, то есть головоломки какие-то с призами, все это тоже было. А вот здесь люди, которые, например, взяли животных. Вот здесь организуется также у нас выставка, не домашних животных, а животных, которые находятся на кураторстве волонтерской группы. Волонтерская группа их курирует, то есть она занимается тем, что проводит исследования их на эпизоотические различные заболевания, отдавая в ветеринарные клиники. И после того, как они вылечены, обследованы, простерилизованы, стерилизация является обязательным условием дальнейшего пристройства животных, в общем-то, начинается дальнейшее полноценное их пристройство. И конкретно, если пройтись по числам, то за вот 2016 года было собрано более 50 тысяч рублей. Каким образом? То есть выставлялась копилка, куда складывались благотворительные вот эти вот деньги, кто сколько может, например, да, туда складывали вот эти вот суммы, которые, ну, которыми располагает, которые может, скажем так, вложить в благотворительную копилку. И около 20 животных было пристроено непосредственно с мероприятия. А вот после еще были животные, которые были забраны домой. И, в общем-то, на официальный счет, да, на банковский счет также приходили деньги, причем количество этих денег увеличивалось непосредственно после мероприятия, и это увеличение происходило где-то в течение месяца. То есть вот после прохождения, после проведения мероприятия, месяц повышенные суммы перечислений имели место быть. И, в общем-то, нужно в конце сказать, что акция будет проводиться в дальнейшем, поскольку был достигнут достаточно достойный результат за прошлые проведенные годы. Поэтому такие вот добрые мероприятия, они должны проводиться, они должны проходить. Они должны не просто иметь место быть, они обязательно должны быть. Потому что то, какими методами сокращали до этого животных, это просто кощунство. На этом, в общем-то, все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите вам представить два небольших сообщения. Я понимаю, что все уже устали, но я долго вас не задержу. Значит, я представляю Мордовский госуниверситет, и сообщение будет о природе, о животных, в частности,
это фауна мелких млекопитающих и в восточной части Цинниковского района. Значимость работы изучения любых животных, конечно же, она имеет место быть, так как совсем немного остается в регионе специалистов, которые занимаются животными. Когда я еще был студентом, у нас очень много было преподавателей, которые занимались разными темами изучения и этой насекомой, и моллюски. И по птицам было несколько специалистов, но времена меняются, и все меньше и меньше, к сожалению, остается, значит, специалистов и направлений изучения. Так вот, я представляю изучение млекопитающих, птериофауны. И в частности хочу подчеркнуть то, что изучение небольших даже территорий отдельного озера, отдельного водоема, то есть пруд, это или река, отдельный участок леса, они, конечно, играют роль, потому что там встречаются редкие животные и сведения, о которых, например, вот уже с довоенные, поствоенные годы многие животные фактически уже не встречаются на территории Республики Мордовия. Но район исследования – это Темниковский район. Все прекрасно знают, кто из Мордовии, то, что он находится в северо-западной части Республики Мордовия. И изучение этого района велось еще до военных лет, когда были экспедиции Турова и Огнева, то есть изучалось. Но прежде всего это фауна в Мордовском заповеднике. Фауна в Мордовском заповеднике целенаправленно и достаточно планомерно изучается до сих пор. Так вот, район исследований – это отдаленный район от заповедника. Это юго-восточная часть. Он охватывает окрестности нескольких сел, то есть это разные биотопы здесь. И вот уже я еще подчеркну то, что еще 1938 год уже по территории Темниковского района было известно 40 видов млекопитающих. Конечно же, сейчас насчитывается около 75 видов, так как точно сказать нельзя, так выявляются виды-двойники, это общероссийская тенденция, то есть они внешне неразличимы, а отличаются только генетически. И вот в изучении среды обитания, здесь несколько биотопов, исследования проводились традиционными методами, то есть, как мы говорим, классические методы, это с помощью ловушек Геро или давилок, которые, суть их заключается в том, что придавить животное, да, то есть и фактически ежегодно, ежедневно это все отлов проводится, собирается материал, каких животных больше, каких меньше. Зачем это нужно? Вот мелкие млекопитающие, многие из них являются переносчиками особо опасных инфекций. И я об этом еще скажу подробнее в следующем своем сообщении. Так вот, приманками используются это кусочки хлеба, в зависимости от это грызун или насекомоядный, это животное происхождение. И вот в этой части Темниковского района выявлены такие животные, как обыкновенный буразубка, обыкновенный полевка. Мы их называем фоновыми видами, так как они встречаются фактически в любых биотопах. Цель состоит в том, чтобы спрогнозировать, какое соотношение этих видов, то есть численность и относительная численность, это все в ловушках-сутках измеряется и в процентных соотношениях. Выявлены еще такие виды, как рыжая полевка, малая лесная мышь, то есть это представлено здесь на слайдах, то есть это виды, в частности, первая вот обыкновенная полевка, она придерживается полей, лугов, если вот на данном слайде представители, это виды, которые, наоборот, придерживаются занесенных участков, это леса, лесополосы, и вот если город Саранск сравнивать, то здесь они уже и открытые пространства заселяют. А следующие виды, которые были отмечены на слайде, жетоборлы, полевая мыши, ну, может быть, для кого-то здесь вот они выглядят одинаково, да, если кто-то не сталкивался, вроде мышь, мы всегда называем мышь, полевка, да, то есть, ну, тем не менее, это животные,
которые хорошо отличаются, и отличаются они биологией и экологией. То есть, и когда уже попадают в руки специалиста и полностью изучаются, то есть это и скелет домовой мышки, полевка и экономка были отловлены. Ну и я остановлюсь на результатах непосредственно соотношения вот этих представителей, рядовой состав и численность. Что получилось вот в Темниковском районе, то что большая часть, как видно на слайде, это представленность, это рыжая полевка, обыкновенная полевка, малолесная мышь и домовая мышь. Ну и в общем, я резюмирую, то есть все вышесказано, хочу сказать то, что животные любые группы, то есть нуждаются в постоянном изучении, мониторинге, мы это называем. И следующее сообщение, я перейду к теме. Вот уже суть следующего сообщения. Она заключается в том, чтобы показать значимость уже не так локально, а по всей республике, то есть животные, которые являются переносчиками природно-очаговых инфекционных болезней. Это животные, которых нужно избегать, так как человек не задумывается, то, что бывает находит даже студенты наши, в лесу, прежде всего, берут руками животных, да, то есть не задумываются, что можно заразиться от этих животных, да, то есть и не говоря уже о детях, да, которые имеют контакт, и бывает, это заканчивается достаточно неприятно. Так вот, я акцентирую на ваше внимание то, что в Мордовии, вот на данном слайде представлен только по ГЛПС, но аналогично можно сказать, по тулеремии, по бешенству, она входит в число регионов Поволжья. Не так, как другие, как Удмуртия, Башкирия, но тем не менее она в лидерах по зараженности животных. И среди животных не все в одинаковой степени вида являются переносчиками этих природно-очаговых заболеваний. Вот в частности ГЛПС, основными носителями мы привыкли уже это наблюдать, этот результат, то что рыжая полевка и значит, домовая мышь и полевка обыкновенная, самые те формы, которые встречаются, они как раз таки являются основными переносчиками ГЛПС. И поэтому вот риск больше, когда уже, например, анализируешь, да, кто-то кого-то поймал, и особенно представляет опасность живые особи, да, которые есть испражнения этих животных, которыми контактируют. Бывает, человек даже животное не видит, а дыхает воздух, которым животное прибежало недавно, да, и мы вот уходим из аудитории, не задумываемся, кто здесь властвует, ну, вас тут нигде нету, там, в помещении, а что бывает так, то есть вот у нас в корпусе, например, мы уходим, а бегают крысы и полевки, которых вот регистратор ставишь, и они там фиксируются, да, студенты приносят пирожки, оставляют на столе, я говорю, мышки бегают, так будьте аккуратны. Но тем не менее, не будем отвлекаться, грызуны переносчики тулеремии, это те же самые практические виды, то есть за небольшим исключением, только здесь рыжая полевка, значит, малая лесная мышь, и вот уже домовая мышь меньшей доли, да, то есть и мы видим то, что обыкновенная полевка сдает свои позиции вот именно малой лесной мыши, то есть она здесь, как можно сказать, доминантной группе по этому заболеванию. Но выяснилось то, что по результатам последних лет случайно, то есть были проанализированы на ГЛПС те виды, которые являются малочисленными и редкими в республике Мордовия, и оказалось то, что совсем не в меньшей степени они являются тоже переносчиками этим заболеванием. В частности, лесная соня, обыкновенные слепыши. Слепыши были все заражены, представьте себе, это и ГЛПС, и тулеремия, и так называемая двойная инфекция.
Ну, они ведут подземный образ жизни, мы их не видим. И чаще не задумываемся, да, то, что кто под землей копается будет. Ведь в основном представляет опасность наземную. И вот лесные сони – это животные, которые ведущие на ночной такой образ жизни, то есть древесные представители, тоже результат показали, да, достаточно большой процент. А с чем это можно связать? То, что оказывается, в норах слепых жар, те же самые полевки, ищут себе дом, укрытие, и поэтому велика воля вероятности контакта этих животных друг с другом. Те же самые сони, они являются достаточными широкими специалистами в питании, то есть контактируют же желтогорные мыши. Бывает так, что в одну ловушку попадаются сони и желтогорные мыши, то есть вот в этом отношении. Ну еще я остановлюсь на бешенстве. Бешенство основным переносчиком у нас в Мордовии является лисица обыкновенная. Ну, вот, по данным я немножко остановлюсь на цифрах. И основные районы неблагополучные, так мы будем говорить, да, то есть расположены у нас в восточной части республики, где наблюдается больше, ну, работы выполнены совместно с Центром гигиены и эпидемиологии, то есть вот, сотрудничество у нас тесно налажено, это университет и Центр гигиены и эпидемиологии, там работают наши выпускники, и вот тех животных, которых мы отлавливаем, мы передаем им, то есть и в содружестве вот, выполняем эти работы, потому что это достаточно сложный химический анализ, которым являются эти все разные заболевания, тутулинии, ГРПС. И вот вы видите то, что Чамсинский район, я начал перечислять, и Чалковский район, и Тяжевский район, они входят как раз в этот участок очагов. Ну вот, скажу, по 2021 году выявлено уже два случая бешенства животных. Это Качкуровский и Ельниковский район, так как год еще не закончился, регистрация идет. А вот по сравнению с 2020 годом было зарегистрировано 15 случаев бешенства животных в 9 районах. Опять-таки больше Игнатовский район, Зубополянский, Чалковский, Краснослободский, Лямберский, Рамадановский, Крузаевский, Тарбинский. То есть вы видите, то, что достаточно много. Ну, в каких районах регистрируется бешенство. И, значит, еще я приведу по заражению укусом, значит, по заражению клещей, так как проводится работа по клещам, то есть и у нас в республике уже многие, наверное, удивятся, то есть обычно клещевой энцефалит это Сибирь, да, то есть у нас уже в этом случае клещи, клещевой энцефалит и боррелиоз. Ну вот я скажу по поводу этого сейчас пару слов. За 2021 год обработано 6643 экземпляра клещей, и большая часть укусов людей, как отмечено, приходится на Коро-Царанск, Крузаевку, Чамсинский, Ковылкинский район. Например, на клещевой энцефалит методом УХА найден положительный результат. Это Ельниковский район, один случай, город Саранск, два случая, Рузаевский район, один случай, Ардатовский район, один случай, Старошайковский, два случая. То есть, как вы видите, ситуация действительно от года к году нисколько не улучшается, так скажем, и Республика Мордовия так и остается вот так. В средней зоне, будем говорить, по этим заболеваниям. То есть у нас вот Ульяновская область тоже достаточно много. То есть вот эта часть. Ну вот, и все. Спасибо за внимание. Вам спасибо.